А он умный, да? Как ты его назовешь? Они совсем как люди. Он спас нам жизнь. Он удивительный. Это ты. Ты Цезарь. Мы так долго тебя искали. Скажи полковнику, мы не варвары. Цель уничтожена. Готовьтесь к битве. Они слишком много у меня отняли. Дом. Семью. И каждый день гибнут новые обезьяны. Люди болеть, обезьяны умнеть, и люди убить обезьян. Но не меня, я убегать. Иногда необходимо забыть о человечности, чтобы спасти человечество. Сама история человечества подвела нас к этому моменту. И если мы потерпим поражение, Земля станет планетой обезьян. Обезьяны вместе! Это не дрессировка. Тише. Это партнерство, основанное на взаимоуважении. Животные думают так. Я голоден. Надо поохотиться. Хочу. Сама понимаешь. Ну, хоть в этом мы с ними похожи. Рост посещаемости невозможен без новых аттракционов. Обалдеть! Корпорация уверена, генетические модификации выведут парк на новый уровень. Живых динозавров недостаточно? Мы сделали ее больше Тирекса. А где близнец? Она его съела. Особь вырвалась на волю! Что за звук? Избавилась от радиомаячка. А как она его нашла? Запомнила, куда его имплантировали. О, боже. Убивает ради удовольствия. Здесь 20 тысяч человек. Нам не хватит ни судов, ни оружия. А теперь будем действовать по-моему. Видим цель. Поджарьте ее! У нас проблемы. Они общаются. Это всего лишь животное. Вот только чертовски умная. Мир юрского периода. Была идея. Собрать в один отряд группу необыкновенных людей,
чтобы вместе мы стали чем-то большим. И когда понадобится, могли сразиться там, где другие бессильны. Знаете горечь поражения. Когда свято веришь, что твое дело правое, но проигрываешь войну. Одни трепещут, другие бегут. Судьба настигает всех. Эвакуируйте город. Займите оборону. И дайте этому человеку щит. Когда выстраиваешь баланс во Вселенной, обычно не до веселья. Но это... Резкий повод для улыбки. Марвел представляет «Мстители. Война бесконечности». Вы кто еще такие? Бежим! Он прекрасен, Йошида. Храни его. Когда-нибудь я приду за ним. Мой босс умирает и хочет поблагодарить тебя за то, что ты спас его когда-то. Для меня честь познакомиться с Росомахой. Я уже не Росомаха. После войны семейный бизнес Йошиды стал крупнейшим в Японии. Благодаря его открытиям были спасены миллионы жизней. Я хочу предложить тебе дар, Логан. Ты и так достаточно страдал. Твою способность к самоисцелению можно передать. Переложи это бремя на другого. Логан-сан, я могу сделать тебя смертным. Ты не понимаешь, о чем просишь. Я не готов к смерти. У тебя кровь. Быстрее. Регенерация прекратилась. Это ее работа. Он теперь уязвим. Эй, парень! Кто ты? Химик. Капиталист. Гадюк. Ты видишь будущее? Я видела твою смерть. Мы поймем, если ты сдашься без боя. Было б с кем биться. Твой дед сказал, что я ронин. Самурай без господина. Которому незачем жить. Он был прав? Силы Украины!
родились в разгар Великой Битвы. Одни монстры уничтожали наши города. Других мы создали сами для защиты. Наши силы были на исходе. Казалось, что победа близка. Но война только началась. Сегодня никто не сможет остановить апокалипсис. Кроме нас. Неважно, откуда вы и кем были раньше. Именно нам выпал шанс изменить историю. Поехали! Вот как спасают мир! Кайдзю эволюционируют. Их цель — уничтожить все живое. Мне начинает нравиться. Вам стоит на это взглянуть. Крупненький попался. Поджарим эту тварь! Тихоокеанский рубеж 2. Вон там! Это он! Вон он! Снимай, снимай! Вот он. Осторожно! Кто это? Ты, видимо, новенький. Это Брюс Уэйн. Мистер Уэйн, Кларк Кент, Daily Planet. Что вы думаете про самосуд Бэтмена в Готэме? С правами граждан никто не считается. Люди живут в страхе. Он считает себя выше закона. Несколько лицемерно для Daily Planet критиковать того, кто, по их мнению, выше закона. Согласны? Ведь вы раздуваете сенсацию каждый раз, когда ваш герой снимает котенка с дерева. Я про пришельца, который способен испепелить планету. Большинство не разделяет вашего мнения, мистер Уэйн. Возможно, во мне говорит Готэм. У нас были трудности с психами, разодетыми в клоунов. Парни! Брюс Уэйн и Кларк Кент. Ха, здорово! Обожаю сводить людей. Ну, как дела? Лекс. Привет. Лекс, очень при... Оу! О, крепкое рукопожатие. С ним связываться явно не стоит. Знаете древнейшую ложь в Америке, сенатор? То, что власть может быть невинной. Ты хочешь начать войну? Этот сукин сын уже начал войну. Ты знаешь, что не сможешь победить. Это самоубийство. Величайший гладиаторский поединок в истории. Сын Криптона против летучей мыши Готэма. Ты психопат. Какое емкое слово аж из трех слогов при таких скудных мозгах. Ты узнаешь, что значит быть человеком. Прекрати! Если бы я хотел, ты уже был бы мертв! Если человек не может убить Бога, справится дьявол! Что ты натворил? Вот черт! Она с тобой? Я думал, с тобой. А это корни? Что это? Статуя свободы или снеговичок? Нет. А что такое военное положение? Yeah.
И так по всему миру? Везде так же плохо? Из Москвы по-прежнему никаких вестей. Жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, прекратится через 90 дней. Мы должны все это изменить. Я не могу оставить семью. Не думайте, что вашу семью это не коснется. Речь идет о гибели человечества. Я не хочу вас оставлять, но я должен идти. Я позабочусь о детях. С этого объекта было отправлено донесение. Ага, только никто не стал его читать. Если доберусь до России, с чего начать? Россия — черная дыра. Мне нужен ответ. Оружие проблему не решит. Работаешь на ЦРУ? Они со мной не работают. Кэрен. Хоть что-нибудь уцелело? Узнаем, откуда эта зараза. Поймем, как ее уничтожить. Думаю, у них есть слабое место. Каждый спасенный человек — это минус один враг. Подлетаем! План вы знаете! Стопорим конвой! И поосторожней с кейблом! Мозычку! В общем, пацан, крепко встрял. Только дернись. Аннигилируйся, Танос. Пацана я в обиду не дам. Но один я не справлюсь. Нужна подмога. Соберем супер-залупер команду. Пора открыть LinkedIn. Это Бедлам. Я Шаттерстар. Домино, я везучий. Везение — это не суперсила. И это совсем не кинематографично. Нет сила. Предлагаю компромисс, нет, не сила. Яйца в кулак и погнали. Don't call it a comeback. I've been here for years. I'm rocking my pants. Put the suckers in fear. Какой ты нахер герой? Ты просто клоун. В костюме дилдо. Мрачно как. Ты точно не из DC приперся? Ну, жги, одноглазый Вилли. Пули у тебя шустрые. Ну и, наконец, Питер. И ты у нас, значит, супергерой? Да нет, я так пришел. По объявлению. Ты принят? Это наш единственный шанс. Его нельзя упустить. Нам нужен Конг. Он нужен всему миру, чтобы предотвратить угрозу. Эта девочка. Он общается только с ней. Я знаю, что у них есть связь. Ей было некуда идти, и я пообещала защитить ее. И кажется, что в каком-то смысле Конг пообещал то же самое.
Годзилла. Стали опасные времена. Годзилла на свободе, нападает на людей, и мы не знаем почему. Его провоцирует что-то, чего мы не видим. Я тоже так считаю. Мифы правдивы. Была война. И выжили только они. Кто преклонится? Только не Конг. Впервые я столкнулась с этим 7 лет назад. Нашей миссией в Бразилии было поймать беглого преступника. Мой отряд был уничтожен за считанные секунды. Оказалось, объект обладает суперспособностями. И главное, у него была такая же метка. У Коула она с рождения. Серьезно? Он родился с этой меткой. Это не просто знак. Ты был избран. С начала времен во всех культурах, в легендах разных народов встречаются упоминания о великом турнире чемпионов. Думаю, знак дракона — это приглашение на турнир, известный как... Mortal Kombat. Это ваши чемпионы? Я Соня. Он Кану. Я Лю Кан. Джакс. Кун Лао. Судьба Земли в наших руках. Неважно, сколько моих бойцов вы отправите в могилу. Победы вам не видать. Убить их. Саб-Зиро. Героя! Mortal Kombat. Добейте их! Победа Кану! Офигеть, как круто!